Добрый день, друзья! Здравствуйте всем! Мы с вами уже добрались до серебра. Представляете? Вчера мы начали играть на европейском сервере, и сейчас мы находимся на Low Elo. И я буду вам показывать какие-нибудь классные вкусняшки, которые помогут вам побеждать. Потому что что? Потому что я добрый. Потому что я хороший. Я готов делиться. Готов вам советовать, подсказывать. Угу. Я вот сам не пойду обузить что-то там одно, а пойду искать что-то новое, интересное для вас. Потому что что? Правильно, потому что я люблю вас. Покажите мне тоже вашу любовь, пожалуйста, в виде лайков. Хочу больше лайков. Больше, больше. Еще. Нажми еще раз. Сними и нажми еще раз. О, да, да, хорошо, спасибо. Что будем делать с вами? Давайте отталкиваться от перков, которые придут, и решим, что делать. Блин, я бы на самом деле и в Камилу сыграл бы. Я пытался гиперролить с утра, ребят, но не мое это. Вообще не получается гиперролить. Они все забирают. На Low Elo они постоянно сидят гиперролиться, им кажется, что это просто гениально. Они придумали гиперролиться. Такие, о, я придумал. Я придумал, как я буду побеждать Teamfight Tactics. Я буду постоянно ролиться. Сустейны, да? Давайте, наверное, самое такое оптимальное сустейны. Ну, вы все знаете, что маги сильные, маги могут, я их показывал. Но, с другой стороны, можно было бы еще раз, да, рассказать эту историю. Но я возьму такое, знаете, оптимальное, гибкое, чтобы, если что, я мог выкрутиться из ситуации. Из ситуации, чтобы я выкрутиться мог. Хотелось бы, знаете, выкрутиться из ситуации. Так, хорошо. Давайте предположим, что нам с вами нужен керри какой-нибудь. Кто это может быть? Кто сильнее, Зикс или не Зикс? Наверное, с учетом того, что ТФ-ку подрезали по манне, я думаю, Зикс. Ой, а вы что делаете, ребята? 33% шанс сдать два раза еще. Сдать два раза. ТФ-Т2, ты можешь покерить, я в тебя верю, братан, давай. Как насчет, ребята, сыграть МФ? МФ. Это пока долой. На Next зашел. Где у нас позиция вообще? На фронтлайне, блин, не очень здорово. МФ, конечно, хочет, чтобы данная позиция была на бэклайне где-нибудь. Чтобы урон вносился. Держи, братишка, держи. Ты тоже держи, не будем садить предметы. О, нас кинули на предметы, ребята. Нам всего два дали. Игра такая несправедливая. Жизнь несправедливая, ребята. Игра несправедливая и жизнь несправедливая. Люблю ее, черт возьми. Люблю несправедливость. У меня у жены обостренное чувство справедливости. Она готова просто рубиться со всем миром, чтобы доказать, что вот так неправильно делать. Что вот это вот не по справедливости. Заходим такие как-то в бар. А там сидят, короче, 5 мужиков-байкеров. Такие здоровые в татухах. И подходит официантка. И, короче... Один из байкеров шлепает ее по заднице и говорит, а ну-ка быстро метнулась мне за пивом. Жена такая подрывается, говорит, слышите, вы, блин, сейчас мой муж подойдет, разорвет на куски вас. И я сижу за столом, такой поглядываю на эту ситуацию. И напишите в комментариях, что было дальше. Что было дальше? Ну, я, конечно, утрирую, но бывают такие моменты, когда прям включается обостренное чувство справедливости. Не? Так, нам пришла МФ. Это замечательно, я вам скажу. Это замечательно. Я люблю МФ, мне нравится МФ. Играйте все МФ. Ну, посмотрите, какая она хорошенькая. Это пышногрудая рыжая красотка. Она еще, оказывается, билдж-вотером заправляет. Так, давайте с вами вспомним азы игры. Нам нужна экономика, правильно? Это долой. Долой.
сегодня уже, знаете, самочувствие получше. В плане простуды, да, я что-то тут вспомнил. Самочувствие получше, но симптомы, они еще остались. Но в целом, я такой, знаете, в приподнятом настроении. В приподнятом. Такое ощущение, что общее состояние улучшилось. Еще и собака в ногах там лежит. Греет. Кайф. А если я броню или коготь заберу, если я вот... Давай я заберу коготь. Какой думает. Давай я заберу, окей. Много сейчас магического урона ребята хотят играть. Ой, а мы же могли бы с вами вообще, типа, пока йордлов поставить. Так, по уешкам пока тишина, да. И это ненадолго. И это, ребят, ненадолго. Ой, как мы твича красиво сбрили, ребята. Уф. Ультимейт, тычка, нету твича. Зикс просто... Сдул его, ребята. Задуэлил. Ну, давайте пока заберем, ладно. Уговорили, уговорили. Я чувствую, вы там кричите. Тристана, Джо, купи Тристану. Мне, кстати говоря, подписчики очень часто на стриме помогают. Сижу там, что-то болтаю, чат читаю, или там смотрю куда-нибудь в окно. И мне в чат. Джо, возьми Тристану там или еще кого-то. Тебе надо в сборку, купи. Я на последнем издыхании, знаете, остается там буквально одна секунда, чтобы меня куда-нибудь перекинули. Я такой покупаю и говорю, да я знал. Я всегда так делаю. Такие у меня обычно отмазки. Я знал, я просто думал. Думал, надо, но мне и не надо. Но на самом деле у меня есть такая дурная привычка на последней секунде покупать чемпионов. Они еще чуток переработали саму систему покупки. Теперь там вот эта вот последняя секунда, на которую я любил покупать, там не всегда получается купить. Блин, еще хилимся, как замечательно от этого бафа. Нравится он мне. Смотрите, какой гибкий баф. Классный баф. Классный гибкий баф. А я пятый. А ты четвертый, да? Он хочет играть... Блин, ну когда у вас такая история, ребята, идите играйте в Ургота и Дебаширов, хорошо? Идите играйте в Ургота и Дебаширов. Посмотрите, есть Ургот. Есть Дебашир у вас. Идите играйте в Ургота и Дебаширов. Изи. Но мы не такие. Мы будем страдать, колоться, но продолжать жрать кактус. Ой, еще и все в магический урон тут. Замечательно, давайте. Давайте с вами повоюем. Согласен. Да, видите, короче, вот мне в комментариях вот писали, что много, типа, 6 человек в лобби идут в магов, кто-то там идет играть в йордлов, и непонятно вообще во что играть, все сдувают. Играйте в энчантеров, это чародеи, которые дают магические резисты. Вот вам во что играть. Когда у вас все лобби магическое, идете в эту историю, и все. И дерете задницы. И просто надираете им их задницы. Полным ходом. Понимаете? Это пока сюда. Ой, а что это? Ой, это я полыхаю. Я как будто бы в каком-то аниме бегу. Смотрите, какая анимация. Я бегу, и огонь такой, знаете, я настолько быстро бегу, что воздух вокруг меня начинает сгорать, ребята. Это я полыхаю так мощно. Это я такой полыхун. Мы же это перехилим, да? У нас же хила тут немерено. У нас немерено хила, мы хилимся. Нет, с Катой не хилимся. Ката еще пришла бить, зараза. Дигзионыш, сделай бум. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Умничка. Дигзионыш нас подстраховал в этой ситуации, здорово. Тэвка потанчил, Дигзионыш подстраховал, отлично. Нам на самом деле нужно плавненько съезжать в бодигардов.
плавненько съезжать. Тарик Хилл. Хилл, Тарик Хилл. И коготь соберите еще против магического состава. Против магического лобби. Все будет замечательно. Давайте помогать, там человек шаг хочет зарулить. Ха, мы же с вами добрые, правильно? Надо помогать людям. Так. Так. Угу. Компонент, и мы начинаем, короче, с вами крутить. Угу. С учетом, что мы в топе, по сути, это неплохо смотрится. С другой стороны, резисты получить тоже замечательно. Тридцатку, да. Давайте я резисты заберу. Я забираю резисты. Добавили мы дефов с вами. И это, я считаю, прекрасно. У меня будет две фигуры, которые прям будут забиты в предметы. И остальной стол будет без предметов, которым нужно будет там тех же убийц подтанчить, да, лишний раз. Чтобы вся синергия, она смотрелась хорошо. У нас будут щиты, у нас будет хил. Дефка входит. Ну, у нас главный предмет уже собран, это сёц. Было бы здорово эту перчу забрать. Капелька уходит. Хорошо. Блин, Тарик, ты два, что ли? Ну, ладно, бог с ним. А вот и убивцы пришли нам. Драться хотят. Ай! Съела хулиганка. Нормально она накидала, да? Смотрите, 3500, умничка. Арианка. Угу. Так, ТФ, ты у нас получился без урона, да, братан? Ну, сочувствую. Давайте кончей закрывать здесь. Ну и Мунда можно докинуть. Жирочка еще немножко, жирочка. Может, на старик пойдет танчить? Из крюка, смотрите, режет на шедефы. Хулиган такой.
Вот тебе. Свина золотого хочет, да? Нужен три свина еще. Ну, МФ, смотрите, даже будучи Т1, она гораздо серьезнее. А вот это Винча. Давайте развлекаться с этим магическим лобби. Реально. Реально большая часть магической лобби получается. Там буквально двое АДшник. Так, ландосик. Я думаю, мы можем с вами пойти на 8. Мне кажется, мы имеем право. Давайте, наверное, Тарика пересоберем. Он сейчас не очень востребованный. Не думаю, что его многие собирают. Крейт-пак бы сюда хорошо лег. Мы посмотрим. А, я уешка. Да, это вечонок сгрыз. Хулиган. Много Т1, да, ребят? Две фигуры Т2, сидим в топах, нормально. Такие сборки вызывают уважение, по-моему, ребят. Значит, нам нужно немножко подролиться просто с вами. И все будет хорошо. Самирка. Может, Виктора свичнемся? МФ-ка, ну, совсем не зашла. МФ-ка прям совсем чуть не зашла. Ты один, без предметов. Грустненькая, скромненькая. Окей. Хорошо, может, и не нужен нам Витя. Вы арестованы. Ребята, вы все арестованы. Понабрали искорок, ты смотри на них, коварные какие. Медведь, отстань! Отстань, медведь, отстань! Коварный Миша. Ну, посох мне же не оставят, правильно? Посох мне вряд ли оставят. Но если что, мы броню заберем на Джейса на фронт кинем. Прям последний, прям изгой. Жесть. Может быть, меч забрать? Мне кажется, что по дефам у нас все окей. Мы, если что, можем просто убийцу великана сюда еще втащить. Нам будет хорошо смотреться. Йон еще немножко не хватает. Да, нам нужен урон. Урон нужен. Либо, может быть, крит-пак сядет, либо, может быть, убийца великанов плюс...
если будет посох. Критпак, конечно, поинтереснее был бы. Это сильный джин, ребята. Как дела, Люкс? Как дела, магическое лобби? Два снайпера? О. Стоп, 16%, да? Два снайпера. О. Ну, давайте, окей. Согласна я на такое. Два БЦхина. What a wonderful. Так, и убийцы все еще тоже здесь. Давайте с вами аккуратно. Коварная ты жопа. Вот коварный. Ой, у нас сустейн есть. Мы в него будем стрелять, да? А, это лучшая ульта джина, которую я видел когда-либо вообще. Это лучшая ульта джина, которую видели мои глаза, ребят. Можно я это развижу? Можно мне развидеть это? Я не хочу. Не заставляйте меня. Ох. На самом деле в GSE уже смысла нету. Я бы просто на Браум это 2 перекинул и докинул еще одного этого бодигарда. Это будут сильные такие сколоченные фигуры прям. Жесткие. Мощные. Воскрешалочка. Воскрешалочка. Так, Торчан, идем. Торчок, блин. Идем, Торчок. Идем играть. Души их, души. Не получилось сильную МФ-ку показать вам. В итоге зарядился в 3 предмета джин, но... Имейте в виду, этот чемпион. Этот чемпион в 3 предмета магических. Играется ничуть не хуже джина. А в некоторых моментах даже лучше. Так, 1.87, 1.94. Ставим на рианке. Джин 12 кэсов. Но мы знаем, что джин керит.
Мы прекрасно знаем это. Мы все прекрасно знаем это, но почему-то многие теряются, когда видят магическое лобби. Что делать вообще в этой ситуации? А теряться не надо. Он хочет играть в магических чемпионов, мы ставим с вами ничей. Ката тоже неплохо контрится инчами. Конечно, не с искрой. Искра все-таки такая штука. Вау, мимо пролетел. Мимо пролетел снаряд Шака. Он, типа, когда в тень ушел, он стал невосприимчив к урону или что произошло? Интересный момент. Прям в него вроде бы пуля полетела, но урон ему не нанес. Горелка будет хорошо на фронт. Эту историю забрать тоже можно было бы. Ой, а Юмичка может быть Т2 вообще. У нас, наверное, главная наша проблема это убийцы. А, тут еще арканы есть, да? Окей. Браун, ты поклялся не заходить в мою сборку, что ли? Не пойму. Блин, хочу на Next. Хочу на Next доставить вот эту историю. Она тоже дает просто sustain. Давайте не будем с вами вот это вот все заруливать, загиперруливать. Надо было на ту сторону перейти. Вот. Браун Т2 прям очень желателен. Заливай, заливай, заливай. Ты не пробьешь. Даже золотые ребята, даже золотые ребята не пробивают. Золотые маги. С учетом, что еще искра висит. С учетом, что еще у этого чемпиона 40% срез дефов. Данная сборка все равно контрит. За счет обилия щитов, за счет обилия сустейна. Сябака мой, сябака, пришел меня тут этот поздравлять с победой уже. Хозяин, ты уже победил, говорит. Идем на уличку, идем кушать вкусняшки. Ой, язычок золотой. Как соберет Ургота золотого. Бедные станем. Зря, наверное, держим МФ. Хотя хэкстек пришел смотреть. Наверное, Юмичку будет резоннее уже на фронт кинуть с учетом этого предмета, а не на бэк. Хотя Ариана стоит вроде бы в нужном радиусе. Интересно, если Туйовина с Браумом получилось. Обратили внимание, да? Вот этого парнягу побаиваюсь с этим ветром прям. Суровый. Суровый тип, суровый. Не ультанули. Обида-то какая. Победили нас.
Надо Браума закидывать на бэк. Тогда будем его побеждать. Сейчас идем на Некс, станем пожирнее. Пожирнее, посильнее. Угу. Да, Т2 чемпиона как бы тоже очень желательно. Пойдемте на Next. Юмичка вообще такая, знаете, зажигалка без палева, да? Сидит себе и жгет. Это у него еще сустейн есть. Неплохой. Ой, убийца закончился, да? Я думал, мы с ним поборемся. А я думал, мы поборемся. Можно на самом деле Луху закрывать. Остался прям фул магический урон. Докидывать Лулу. Щиты и дефы дополнительно. Давайте на одну руку заберем. Отдадим МФ-очки. Блин, классный ты мужик, Браум, конечно. Прям четкий. Четкий ты тип, нравишься ты мне, черт побери. Нравится мне этот чемпион. Крутой, крутой. Ничего не скажешь. Ну, решил поменять позицию, интересно. Витька нас жёг. Надо Луху искать. С другой стороны, куда я поставлю Луху? Куда я ее поставлю? Меня Люкс особо не напрягла, на самом деле. Практически все выхилили мы. Она ультанула, и мы сразу все отхилили. Поэтому как-то пофигу. Нам нужно просто, чтобы Браум ультил. Ты один Браум, да, проблема? О, у нас тут порез есть, а у ее урона. Как он? Самое оно будет куда-нибудь там закинуть, вот в Ори, допустим. В Ори закинем и кинем ее сюда. Там, по-моему, в радиусе одной ячейки, да? Покажите предмет, пожалуйста. Да, в радиусе одной ячейки.
Да неужели? Он пришел, ребята. Он пришел, он дошел. Ура. Давайте понаблюдаем за ситуацией, пока не будем отдавать. Может быть, набрал мы вообще закинем? Понаблюдаем. Не буду отдавать предмет. Мне кажется, он мне не нужен, этот предмет. Ребята, это были очень сильные арканы. Это была очень сильная аркана. Вот так это контрится. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас обнял. Пока.